Хотели бы вы провести время в обществе обаятельного молодого человека, который знает, как поднять настроение, рассказать и показать что-нибудь интересное? Нет, это вовсе не реклама сайта знакомств, а приглашение забежать в гости на канал Rimsys Room, где вас ждут летсплеи, стримы любимых игр, а также многое другое. Об остальном вы узнаете на месте. Бегом подписываться, ссылочка в описании. Кавер наш пиздат, смысла нет это отрицать. Только в фэндоме детсад, и в комментах херня опять. Это что, автотюн? Таков был оригинал, съебите, прошу, в туман. Тытьян или Кун? Ответьте вам нахрена, знать, что у меня в штанах. Нервы ни к черту, это не жизнь. Ютуб обновлять от зари до зари. Мигрень подступает и хочется спать. Но тут до перевода доебались опять. Вы слова все перебрали. Лучший кавер на канале. Пупа слупай, эту песню спели лучше, чем ты. Заебался чистить комменты, я школоты. За английский их не стыдно. С чата вышла Атлантида. Продолжают строки чьих-то левых текстов постить. На таком диване хочется порой задушить. Каждый критика мнит себя, строча полнейший бред. Но не дрогнет моя рука перебанить их всех. Послушайте же меня, желаю я лишь добра. Чувак, мне насрать, сработал я на все сто. Твои аргументы дно, вы можете хейтить, ясно как день. Ничто не спасет недалеких людей. Ни школа, ни банка, ни Google Translate. Они не понимают очевидных вещей. Я филолог, литератор. Но не платят мне зарплату. Если б знал, что буду вскоре с детворой воевать, то хотел бы лучше место пор с друзьями. Пусть фидбэка просто море, еще больше геморроя. Я уже давно готов сожрать свой красный диплом. Только знаю, что об этом пожалею потом. Всех забанить, да и дело с концом. Пусть ноунеймы недовольны, перевод ваш очень больный. Лучше было бы другие голоса подобрать. Ваше мнение субъективно, так что мне поебать. Сколько можно, я страдаю. Бред никак не иссякает. Нахрена мне нервы тратить, чтоб доказывать вам, что пою для удовольствия, не ради бабла. Пусть и с виду хладнокровен, я бессилен и заебан.
объяснять одно и то же больше сил моих нет. Отключите блядским детям наконец интернет.